селе Подсоснова немецкого района разом увольняются все сотрудники почты. К этому шагу их подтолкнуло сокращение зарплаты с 6 тысяч рублей до 4 при полном сохранении нагрузки. Причину сокращения сотрудникам объяснили так. Село находится далеко от трассы, возить почту 5 дней невыгодно, поэтому доставка будет 3 раза в неделю. Официально уменьшение нагрузки, но реальный объем работы будет тот же, говорят почтальоны, так как отделение продолжит работать в прежнем режиме. Разносить письма, пенсии, квитанции по селу с численностью в 2000 человек. Всю эту работу сейчас выполняют всего 3 почтальона. Их, конечно, не хватает. Одна вакансия свободна уже долгое время. Как там написано, 6 тысяч, еще ставка у нас свободная, и никто не идет. Даже нету желающих. А дальше что будет? Останемся мы вдвоем с оператором, и как везде говорится, производственная необходимость, собирайте, еще почту носите, потом здесь работайте. Поэтому вместе с 3 почтальонами заявление на увольнение написали и оператор, и начальник отделения. Коллектив из 5 человек продолжит работать до 15 марта. Ждем официальных комментариев от краевого отделения почты.